Привет всем! Поздравляю вас с наступающим 2019 годом! С вами Warlord. Пора подводить итоги года. Я вот, вы видите, празднично очень оделся. Естественно, я так оделся не просто так. Мы будем что-то разыгрывать. Конечно же, крутой конкурс. Я начну с того, что хочу вас поздравить. Надеюсь, этот год прошел для вас удачно. И я хочу пожелать вам, чтобы следующий год прошел для вас плодотворно, чтобы вы добивались всех поставленных целей. Конечно, счастья, здоровья, всего самого классного вам, чтобы вы весело проводили время, весело, но с пользой. И, естественно, успехов вам во всем. И чтобы Лего у вас не кончалось, его было много-много, самых больших эксклюзивных наборов, всего, чтобы у вас было в достатке. Надо какой-то итог подвести, по идее. На канале 230 видео за год вышло. Что, конечно, безумно много. Очень много обзоров. На что? На какие-то серии мини-фигурок, коих было 4, если учитывать Юрикити. Эксклюзивы. У меня вот там стоит Тадж-Махал. Перевыпуск. Помимо этого, Хогвартс. Ну и, конечно, полно различных неплохих серий. Мир Юрского периода 2, Война Бесконечности наборы, Ниндзяго 9 сезон. Ну и коллекцию мини-фигурок вам свою показал в этом году. Что ж, еще раз всех с Новым годом. Я возвращаюсь в более-менее привычный образ. Это я сюда как-то повешу, сейчас расстегнусь. Warlord вернулся. Понял. Теперь вернулся. Итак, в общем-то, конкурс, о котором я вам говорил. Призов будет много, и начнем с самых небольших, которые лежат вот здесь. Это такой косплейный мешок Деда Мороза, только модный. Ну, потому что, как бы, 17-й год, вся эта тема, хотелось как-то немного сделать что-то необычное. То есть, необычный какой-то красный мешок, тем более у меня его нет. Что ж, здесь самое небольшое что-то лежит. Давайте начнем с мини-фигурок. Победитель будет один. В общем, фигурка Бэтмена. Я вам быстро говорю и складываю это. Nexo Knights серия закрыта. Ну, вот такие вот щиты, если кому нужны. Праздничная серия в честь 40-летия мини-фигурки Лего. Мини-фигурки Майнкрафт. Классика. Дед Мороз, потому что, как бы, Новый год. Логично. Магистр Йода. Алдовый. По войне клонов. Я нашел у себя, удивился, решил разыграть. Человек-паук, корабль-призрак, тоже такой классненький, маленький, детальки прикольные в нем есть. Не спрашивайте зачем. Духи, миниатюрка, кому нужно будет пользоваться, я пользуюсь. Если хотите пахнуть как Warlord, вот вам тема. Итак, поехали дальше. С Комикона в России, Токсин, специальное издание, редкая штука. Одну я разыгрывал в группе Marvel, а другую вот хочу вам подарить. Вам она точно будет нужнее, чем мне. Ну, календарь по Звездным войнам 18 года. Ну, потому что какой Новый год без календаря рождественского? Брикетс по войне бесконечности. Танос. Танос самый, наверное, крутой злодей 18 года, поэтому обязательно нужно разыграть что-то, связанное с ним и с войной бесконечности. Набор с Бэтменом и Железной бородой 19 года. Я рассказывал про этот набор, хочу его разыграть, потому что он классный. Объективно, он классный. Я много раз рассказывал, что люблю Ведьмака, эта часть моя любимая, а я вот здесь, кому нужно, напишу какие-то поздравления, распишусь, чтобы, ну, вы получили что-то именно от меня, если вы давний зритель канала, чтобы вам было приятно. Журналы. Это Ниндзяго и Мир Юрского периода. Вот. Их я тоже разыграю. И самое главное, разыгрываю это среди зрителей канала. Надо подписаться, поставить лайк под этим видео и в комментариях написать поздравление. Результаты будут 14 января в комментариях под этим видео и в моей группе. Поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Счастья вам, всего самого лучшего, всем удачи, всем пока.